И после матча в тренинг нам дает Александр Обухов, лучший снайпер салюта в этом сезоне. 9-й мяч Александр забил. Ну, хоть и проиграли, но матч получился интересным. Поделись впечатления об игре. Да, впечатления только позитивные. Единственная проблема, у нас не хватает молодых игроков. Уже в основном все возрастные, все равно мне 3-4 года. Я всегда защитника играл, в принципе, во всех командах. Что в Гальянке, что до этого в Уральце. Ну, и сейчас здесь в салюте. В принципе, везде защитника всегда играл. Сейчас поставили в нападение. Ну, как-то вот 2 года не играл, была травма очень серьезная у меня. И сейчас поперло, прет прям. По футболу, да, забывайте. Я соскучился по футболу, скорее всего. И как бы мотивирую себя этим. Целенаправленно на ворота. Конечно, пасов не хватает очень. Скорость еще осталась, есть, бегу. Ну, пасов не хватает. Надеюсь, что команда маленько разыграется в этом сезоне. И будет у нас гораздо лучше. Нас бы усилить. Вот свободные ребята, кто есть в городе, приезжайте на Старатель. На играйте просмотр. За салют. Да, на просмотр. Не то, что на просмотр. Да мы вас и так возьмем. Я знаю, городские ребята все играют хорошо. И многие даже. Так что трансферное окно еще открыто. Трансферное окно открыто, пожалуйста, приглашаю всех, кто меня знает, кто знает вообще нашу команду. Приходите, кто хочет, желает поиграть, не хватает игроков у нас. Ну, расскажите немного, как сегодня забили гол, как получилось? Сегодня ждал момент, очень долго ждал, ребята заменились, полузащитники крайние, левый и правый хаф. И пасы пошли потихоньку, пошли, закинули вперед, мяч отскочил вот здесь. И прекрасно, увидел ворота, увидел, что вратарь стоит в правом или в левом краю, точно не скажу, в левом, да. И сразу целенаправленно ударил и попал. Все здорово. Надеюсь, что и дальше будем забивать. Кому посвящаете этот гол? Посвящаю, конечно, своим детям. Надеюсь. Как зовут? Сразу говорите. Это Роман у меня. Это Елизавета. Я думаю, что они в будущем будут всегда поддерживать папу. Они приходят, всему везде ездят смотрели. Со мной. За папу болели. Понравился гол, как он да. забил? Что да. желаете ему на следующие игры? Желаем. Сколько еще забить? Желаем ему, чтобы он забыл бесконечные голы. Стал лучшим по итогам сезона. Хорошее пожелание, молодцы. Да, а надеюсь, Роман у меня будет футболистом в дальнейшем. Уже ему 4 года, но он прилично уже играет. Скоро, значит, прилично. Мы выйдем уже за салют. Да, возможно, выйдет. Надеюсь, смена будет. Ну, спасибо большое, Александр. Да. Забивайте бесконечно голов, становитесь еще лучшим. На первое место выходите. Хорошего пока, до свидания. Ладно, всего хорошего.